понимают, что те люди, которые приезжают с Ближнего Востока, даже если мы представим, что... Thank you.
Пришло время рассказать вам о Дайсуке Дакунайте.
кандидатом депутатом Европейского парламента и бывшим премьер-министром Литвы. Здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю вас, Андрей, что нашли время и присоединились к нашему эфиру. Как вы считаете, насколько серьезен этот кризис? И все-таки на кого вы прежде всего возлагаете ответственность за происходящее? Ну, только что закончился как раз пленарное заседание здесь в Европейском парламенте, где широко обсуждали вот эту ситуацию. И я сам высказал свое мнение о том, что хорошо видно, что господин Лукашенко при помощи господина Путина они готовы эскалировать ситуацию на границе с Европейским Союзом.